Вот Леон и его два водителя купили сегодня один этот 11-го года с Евро 2 и этот 14-го года Евро 4. Я в недавних обзорах снимал его как еще не готовый КамАЗ. Сегодня он полностью готовый. Мы уже загрузили резину клиента. Поедет в Ульяновск. Леон с братом покупает уже третий КамАЗ. Водители полностью готовят машины к дороге. Все проверяют. Все нюансы проверяют. Да, мы сейчас тоже резину будем заполнять, поэтому и кузова убираются. Что еще могу сказать по сегодняшнему дню? Сегодня у нас четверг. Какой там день-то? 10, 12, наверное, сентября. В днях тоже запутался. Вот кузов уже готовый. Вот ждем теперь этого красавца, как полностью доведется. Сейчас дойдут до следующего бокса. Сниму тоже информацию. Сейчас до следующего бокса дойдем. Вот уж тут сейчас. Кабину поставят. Вот я дошел до следующего бокса. Вот это у нас машина делается Ш5-22 11 года под заказ. Да, ребят из Новосибирска. А вот еще два Ш5-20.